Какое бешеное счастье, хрипя воронкой горловой, под улюлюканье промчаться с оторванной головой. Он вернулся. Привет, дорогие друзья меломаны, любители рок-н-ролльных причуд. Самая удивительная музыка. Убойная смесь и очень талантливо сделана. Культовые артисты и диковинные раритеты. Слушать совсем не скучно. Об этом не расскажет больше никто. Только потому, что вы этого не видите, это еще не означает, что этого и нет в помине. Можно после такого списочка вести к психоаналитику. Эта история никогда не кончается. Это история рока. Опыт рока год за годом с Артемием Троицким. Опыт рока год за годом. Теперь на planeta.ru.